Всем привет, дорогие друзья! В общем, на днях выдалось небольшое количество времени. Засел я за Рим. Решил проверить компанию, которая никогда не играла. Это компания, сразу скажу, это Ярость Спарты. Уж сколько лет она у меня лежит, я даже не припомню. Но Ярость Спарты как бы... У меня есть. Решил я, короче, сыграть. Ну что? Начал играть, короче, за Беотийский Союз. Сколько ходов прошло? Не могу сказать. Ходов, наверное, 20. Но меня съели просто жестоко. Съели. Дело в том, что нет... Не успел я подумать о том, что юниты там одинаковые, что греки там повсюду одни и так далее. Об этом подумать не успеваешь, потому что, ну, по крайней мере, меня на очень тяжелом вот уровне ликвидировали очень жестко, особенно в дипломатическом плане. В дипломатическом плане там люди просто ни на что не готовы, настроение зелененькое, отношение зелененькое, война объявлена и пиздец. Не знаю, как они это делают, но предлагаю вам на это посмотреть. В связи с этим мы с вами запустим сейчас компанию Беотийский Союз. И по поводу модов. Я сделал, опубликовал в сообществе канала, типа список модов, которые там на Рим стоят. И вы можете спросить, типа, откуда там карфагенский, там, типа, стоит мод, еще что-то. Ну, я просто не стал отключать, а именно список какой есть, уж так и пускай, думаю, стоит. Вроде бы никаких конфликтов, ну, таких, чтобы до вылетов не доходило, поэтому оставил как есть и списочек вам опубликовал. Хорошая практика, если что, публиковать модики в сообществе, чтобы не было вопросов, например, с какими модами играем. Ну ладно, давайте-ка это мы можем с вами обсудить и в компании. Итак, сложность очень тяжелая. Беотийский Союз. Значит, это ребята... Ну... Фивы, короче, возглавляют Беотийский Союз. И вот там вот государство. Сейчас увидите. Это пиздец. Давай, поехали. Я сразу запишу... Хочу сказать, что сразу запишу серии 3, например... подряд, вот, ну или две хотя бы, две, давайте две сейчас запишу, они выйдут довольно быстро одна за другой, чтобы было впечатление, что впечатление сложилось у вас, а в целом в начале впечатление хорошее складывается, даже у меня возникло и хорошее такое положительный настрой, что вот сейчас будем нагибать, сложно, но можно, и в итоге слив просто жестокий. Но в этот раз не буду я наступать на те же грабли, по крайней мере, постараюсь этого не делать. Вот. Пойдем другим путем. Объясню сейчас, когда окажемся на карте. Так, ролик зырить не будем. Давайте нам карту. Меня люди ждут. 40 лет назад мы одержали великую победу над персами. Так. Уже пора бы наступить золотому веку. Но вместо этого мы погрязли в междоусобицах. Эллинский союз, да, созданный для борьбы с захватчиками, распался из-за взаимных подозрений Афин, Спарты и других крупных полисов. Ага. Эти подозрения не лишены оснований. Так. Афины попытались превратить союз в собственную империю. Сейчас на островах много городов. Содружество независимых городов, сколько сеть гаваней для грозного афинского флота. Да. Опасаясь гегемонии Афин, Спарта основала собственный Пелопоннесский союз, объединившись с Коринфом и малыми городами Беотии. Противостояние этих двух могущественных группировок рискует перейти в войну. Не стоит забывать и про персов. Их империя по-прежнему следит за событиями в Греции, стремясь не допустить чрезмерного усиления любой из сторон. Блядь, отправиться может в Персию? Беотийский союз уже пострадал от амбиции Афина. 10 лет назад земли Беотии не были захвачены Афинами только благодаря вмешательству спартанцев.
Ну, блин. Заключив союз со Спартой, биотийцы наконец получили... Да, это мы, биотийцы, атомск. Напоминаю. Северные колонии Афин гораздо слабее метрополии. Они станут легкой добычей. Да. Стоит подумать и о Фессалии. Она пока нейтральна, но ходят слухи о ее благосклонности к Афинам. Вот куда мы отправимся. Биотийцы получат лучших коней... Давай, все, понятно. Короче, я вам так скажу. Так, новая задача. Эйс, плод свободы. Считайте счастьем свободу. Так, ладно, получить власть 4 время или более провинциям. Казна 2500. В общем, как дело было? Я отправился долбить, значит, афинян. Пошел в Халкиду. Здесь, кстати, выпадают отличные надписи. Когда нажимаешь на город, он весь прям это... Все о нем рассказывается. Вот, пошел в Халкиду, завоевал вот это вот. Вот это вот. Нет, давай, не будешь. Вот. Завоевал этот остров и вот здесь еще малый остров. Андрос. В итоге жесть там, короче, всякое происходило. Вот, и ничего хорошего из этого не вышло. Но в связи с тем, что у нас с вами есть фивы. Вот наши фивы. Ну, я вообще все про города про эти читал. Так, я вам сразу скажу, что здесь с пищей проблемы. Так, у нас дельфы, фивы и опунт. А опунт... Так, давай-ка сразу строим. Опунт это... Это морская торговля, пища 2. Да, давайте сюда. Пища минус 1. Вот это вот нам не нужно. Так, короче, погнали военную технологию. Опунт, понятно. Фивы. Так, смотрим, кто у нас есть. Я думаю, что как раз вот можно, пока у нас, пока спартанцы-союзники. Да, и, короче, меня выжирают, вот если на острова залезать, здесь жесть происходит. Тебя начинают нагибать очень жестко. Каринф. Типа союзники, потому что они со Спартой союзники. Давайте в дипломатию, нам максимально надо попробовать с кем-то договориться по торговле. Аргос. Привет, Аргос, давай торговать. Договор о ненападении умеренный. Ну-ка. Ты пидор. Каринф. Торговая есть. Тут надо как-то со всех сил, короче, укрепляться. Беспредельно вообще. Я не знаю, почему... Да. Почему мне предъявили требования... Почему мне предъявили... Бросили войну спартанцы потом. Мои союзники. Эпир. Ну, Эпир, ты же с кем? А он не с кем. Остальная Греция. А как это так? Что значит? Фессалийский союз. Это эти. Нации, короче. Македония. Македонцы. Ионийский союз. Иония. Афины. Ионе, Дариан, нифига себе. Акайский союз, акайцы. А эти персы? А вот они, персы. Все, Родос, Дариан и этих мы уже посмотрели. Так, Эпир торговать не хочет. Македония, может, хочет. А в чем Македония? Нет, не хотят. Вот здесь дипломатия жесточайшие, как бы, траблы. Давайте в политику. Будем быстренько это все дело проходить. У нас сейчас лига. Верность партии минус 5. Но хочется в империю. Нужен уровень империя 5. Мне удалось перейти на империй. Верность политических партий, но там была это... Минус 30 общественный порядок, верность всех партий сразу там нахлынула, короче. Я перешел в империю, но было жестко. Уровень верности выше нуля. Ну, короче, пока эти нас вопросы давайте не будут волновать. Давай зырить, глаза пузырить. Кто у нас там?
Так, политика. Минус 1, с минус 5. Храм Посейдона, храм Зевса и Гера. Мы, короче, храм Зевса. Как там заходить-то? А, вот. Давайте назначение сделаем. Фивы. Ну, пока бесплатно, давай сделаем. Вот. Дипломатия – это тема вообще. 424, и пацан пошел. Так, политический брак давай не надо. У нас там вроде, смотрите-ка... Не, не надо, это наш... Гегемон – это наш человек. Единичка, двушка, 13. Вот, все. Здесь у нас тип правительства. Но это же под защитой. Осталось 20 ходов. Причина кампании началась недавно. Осталось ходов 20. То есть у нас 20 ходов. Но влияние наше ничтожное. Очень плохо. Гегемон. Нам нужно срочно взять из... Давай посмотрим. У нас где сидит этот человек? Храм Зевса. Феоген, полководец Дельфы. А в Фивах сидит Гегемон. Так, Погонт. А, вот это мой Гегемон. И в Дельфах сидит человек. Я думаю, будет неплохо, если в Дельфах человек останется сидеть. Так как здесь прям вот находится... Хотя, что ему сидеть? Сейчас мы ему дадим людей... Вот так, например, вот этих. Вот этих. Здесь нанимаются два хода, люди. Он пойдет ограбит то поселение. А гегемоний наш, я ему предлагаю гегемонию-то нашему залететь в Халкиду. Грохнуть Халкиду. Она со стенами, и, соответственно, там есть гарнизон. Хрен с ней с провинцией, но зато мы будем, как говорится, будем мы там с вами жить, поживать на берегу, отбиваться какое-то время. Но город большой, а у Афин уже не будет целой провинции. Но тут же, после взятия Халкиды, нам стоит броситься вот сюда. На Фессалийский союз. Объясню почему. Я думаю, что поначалу острова удерживать очень сложно. То есть, если Халкида со стенами, то я понимаю, как бы тут мы можем отбиться. Но, когда она находится, когда город не просто как остров, к нему сразу же приплывают эти мерзавцы. Блять, вот этого человека, вот стоимость зданий центра города минус 10, это провинция. Общественный порядок плюс 2, это провинция. Так-то вот гегемончика-то бы надо оставить. Вот здесь скидка будет. Вот здесь скидос будет на центр города. Так, 2000 у нас будет. Ладно, похеру, давай ходить. Все же, да, сделал. Договора заключил, сходил. Я, тогда он сядет сейчас в Фивы, также он должен быть губернатор. Сядет в Фивы, и как, с начала следующего хода вроде как должна скидка быть на в провинции для покупки. Ой, для строительства здания. При этом еще нам нужен обязательно убийца, шпион. Прокачанный жестко. Так, успешная дипломатия. О, где это? Фракция предложила вам целое поселение? Охереть. Опасность гегемонии. Война вынуждает старых соперников объединяться в поисках путей. Так, захват любой из четырех столиц Афин, Фив, Коринфа или Спарты приведет к суровым дипломатическим штрафам. Поэтому стараюсь подрывать могущество. Это, короче, я вам так скажу. В той кампании, которую я слил, ёпты, нам дали Анакторион. Основанный в 65 году до нашей эры город Анакторион, колония Коринфа, выступающая против Афин в составе Пелопоннесского союза. О,
Ух ты, ребятки. Берем. А кому он принадлежит? Так, это все наше? Фивы. А, Фивы, Фивы. Храм Зевса. Так, короче. Сюда надо сажать человека. Храм Геры. Храм Посейдона. А, Геры. Вот из храма Геры. Так, как у него... А, это вот вражеские партии. Нас-то нет, Фивы. Мы Фивы, а есть еще партии. Все, понял. Я думал, что это мы, короче. Потом уж только сообразил. Давай, из храма Зевса, короче, человека. А есть у нас тут? Срочно сажаем. Пока Коринф союзники. Посейдона, храма Геры. Зевса, вот этого чела надо. Тогда подожди, может быть тогда подождать. Зевса, политик, Геры. Собрать армию, да. Сел, короче, он туда и будет сейчас прокачиваться. Давай, кто у нас там, гарнизон есть? 4 гоплита. Кого 4 гоплита и кого там еще? Кто там есть? Слушай, нифига удача какая. У меня такой не было удачи. Лучники, моряки, метатели дротиков. 4. А, он только начинает набирать. Давай хороший отряд ему. А, вот каву возьмем. Метатели дротиков. Ну, короче, усилим гарнизон до 3. 700 рублей у нас остается. Ничего строить, естественно, мы не можем. Только давай... Тогда не надо. А, нет, подожди. Вот здесь бы тоже человека. Так, что будет, если собрать войска? Кто пойдет? Шанс ранить вражеских агентов. Смотри-ка, налоговая ставка. Верность политической партии, которой принадлежит этот персонаж. Содержание всех сухопутных отрядов. Всех специальных умений. Налоговая ставка плюс 3. Боевой дух всех отрядов. Насаждение культуры. Коррупция минус 1. Но я возьму вот этого. У него есть содержание сухопутных уже прокачивается. Все. А мой гегемон должен сесть в столицу. У нашего гегемона охренеть какая миссия. Вот так. Вот. Теперь стоимость. Во, вот она скидочка пошла. Вот она скидочка пошла. Вот так. И он будет у меня строить. Ему еще много строить надо все. Сколько у него народа там сидит. Гоплиты 360. Гоплиты ополченцы, лучники, метатели дротчиков. Ну, неплохо, 10 отрядов. Идет мерзкий афинский человек. Давай посмотрим, можем ли мы агентов нанять. Бля, вот кого надо. 1100. Убийство и наем предателя. Смотри, манипуляция искушения. А почему бы нет? Успешная манипуляция 4, успех 4, общественный порядок. Но я вам так скажу, нужно брать человека, которого... Во-первых, стоимость выполнения. Смотрите-ка, принуждение, шанс успешной манипуляции. Вот это бы здорово. Урон указанному зданию плюс 10. Так, дальность перемещения, военная разведка, шанс агентов минус 3. Дельные сведения о противнике плюс 7. Вот какой нам нужен человек. Во-первых, сразу скидка на выполнение действий. Во-вторых, манипуляция плюс 5. Я думаю, может быть, переманивать агентов. Сами понимаете, это дешевле. А здесь манипуляция искушения плюс 4. Ну да, есть, конечно, здесь на убийство. Но... Мы возьмем вот эту девчонку, звать ее Биоти.
А, нет, не Биотия. Как ее звать-то? А, Сибарис. Сибарис? Подожди. Мне Септалема, Сибарис. Не Фадор. Это не девчонка, это пацан. Ну ладно, пацана возьмем. Вот. И может быть мы этого человечка, например, перехватим. Так, тем временем. 2-150. Надо нанимать отряды. Хорошие парни, 650 гоплиты. Ой-ой-ой, гоплит. Анда, кавалерия есть, берем гоплитов. Так, давай еще в дипломатию. Аргас, ну давай, Аргас, че? Торговая низкая. Карин в порядке. Македония. А что торговать-то мы не будем? Не хочет. Ладно, подожди, зелененькая рыльца была. Это Лийский союз. О, договор о ненападении. Ну-ка, денег дай-ка. Да. Так, а оборонительный? Нет денег. Они требуют право прохода, они требуют 100 рублей выплаты. Давай. Пидорасы, блядь. Ну, это понятно. Суки, 100 рублей у меня обратно отжали. Ладно, какие у нас теперь отношения с ними? 85. Ха. Ладно. У нас есть дипломат, давайте-ка его отправим. Вот, храм Посейдона. А, не отправишь. Полководец, да, нанял. Давай отправим его в Спарту. Езжай в Спарту. Уехал он в Спарту, короче. Так, а мы с вами... Так, это уже деньги этому нужны. Этого вот поднимаем. Так, это наш гегемон. Еще не женился, кстати. Политический брак 500 рублей. С кем бы его заключить? Дипломат минус один. Ха-ха. Дипломат отправил, он, видишь, огорчился. Тип правительства. Так, у этого что? Ксенофоб. Ну, ёпты. Ксенофоб, это он... Что-то по поводу... За фракцию, с которой вы заключили договор. За каждую фракцию, с которой вы заключили договор, до минус 10. Ну, минус 10 он будет держать, короче. Боевой дух всех отряд... Ёпта. Минус 10. Ребята, нам срочно надо повышать наше влияние. И скажу я вам, пищу нужно. Пищу. Так, я думаю, повышение влияния будет у нас через... через нашего руководителя. Так вот, вопрос в том, руководитель-то у меня... Должен биться, воевать, или ему и так хорошо будет? Авторитет, притязания. Угу. Какие-то политические взгляды. А, вот. У этих ребят плюс 2 к верности за каждую фракцию, с которой вы заключили договор.
Вот оно что. А у этого жаждет знаний. Минус 10 к верности, если влияние партии меньше влияния... Ну, бля, пиздец. Это ксенофоб. То есть, что тут заключаешь договор, что там не заключаешь, короче. То, что... Ну, короче, пиздец. Давай. Значит, сейчас мы укрепим тот город, который позади. Бля, вот ты гондон, отвали, а, пожалуйста. Не-не, давай, ты, у тебя не получится. Не, ну каким надо быть, какой сволочью надо быть, чтобы гадить, а? Короче, Афины, они как пау, как эти, как паразиты по всему морю, короче, сидят. Так, по всему морю. И на островах очень плохо. Я хочу, чтобы нам было хорошо, поэтому мы пойдем по материковой части. Ваш дипломат предал вас, штраф доход от торговли упал. Ё-моё. Так, повышение ранга. Давай зазырим. Весна, понятно. Повышение ранга. Так. Технологически. Так, давай культура плюс 2. Затем надо будет в военку вкладываться. Дипломат предал нас. И денег, сука. Так, давай, его мы отправим обязательно еще. А у кого? А, вот у воина у нашего. Шанс избежать воздействия. Так, изнурение, изнурение, хитрость. Что он может сделать? А, нам нужен же человек. Так, нам нужен агент. Вот этот, стоимость выполнения действий, найм. Вот так, сюда ее. Сзырим. Крыса, смотрите. Смотрите-ка, еще и стоимость выполнения действий можно прокачивать. А вот это уже круто. Минус 10, манипуляция принуждения саму. Да-да-да-да-да, при ранге 4 откроется у нее данная способность. Классно. Так, собака у меня лает. Собачка лает. Да ебаный. Собака, короче, лает, защищает. Я имею в виду, в квартире у меня собака. Ну вот, так, ну что? У нас есть наемники, кстати, дешевые. Ну, такие, которые 90 копеек стоят. Вот этих берем. И так. Так, 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 так. 400 рублей. Ну, берем, что есть. Блин. Что там наши... А, ну тут все в порядке, да? Кроме общественного порядка. Все в порядке, кроме общественного порядка. А где город Пронны? О, это далеко. Каринская колония Пронны входит в Пелопоннесский союз. Это далеко, это нас не касается. А Амбракия, это вот столица региона. Я не думаю, что здесь нормально все будет. 4 здесь. Не знаю, баллисты можно здесь строить, вообще нет. Так. Гавань. Блин, а где здесь окно строительства смотреть? Так, это камни. Здесь вот эти люди. Здесь ни хрена. Ладно, потом посмотрим, когда откроется слот. Здесь ни хрена. Здесь ни хрена. Во!
Так. Вот они что дали. Вот они кавалерию мне раннюю дали. А вот гарнизон. Да, это гарнизон. Понял, понял. Два гарнизон. Два гарнизона. Ничего, кстати. Так, а это кто такие? Отборные гоплиты. Лучники. Гоплиты. Понял. А, это гарнизон. Ну-ка. Блин, а чё гарнизон-то не от строить от здания не увеличивается? От... Да. Странное дело. Ладно, не будем слишком много щелкать. Блин, а чё они такие, блядь, лохи? Может, все-таки что-нибудь увеличивается? О, так, пища 3. В Халкиде, кстати, может оказаться так, что пищи-то и не быть. Может оказаться, что пищи там может и не оказаться. Дельфы, а ну-ка, дельфы. Сдай-ка мне своих юнитов. Бля. Так. Кава. Да, вот так заберу. Так, ты можешь обратно в Дельфы идти, в свои. Блять, у этого не хватает. Ах, этого не хватает, все равно. Толку ноль, блять. Зря только Гену вывел. Ладно, ходим. Блин, надо было дипломата отправить. Хотя дипломат отправляешь, он быковать начинает. Партия ход, на один ход, партия там верность минус один, то, что его как дипломата отправили. Ну надо же, какое, блять, унижение. Через меня спартанцы пытаются пробиться дальше. Так, День Победы при Саламине. День Победы. Общественный порядок все на один ход. Ништяк. Так. Дезориентировать. Убеждение. Шанс манипулировать 16%. Успех 56. Критический. Давай попробуем. Вот смеху-то будет сейчас. Задержан вражеский агент. А девчонка у меня, наверное, получает какой-то бонус. Да, получает. О, это пацан, пацан, да. Извините. Так, сдай войска. Это мой гегемон. Все, садись. Что там с опытом-то? Опыт, опыт, опыт. У тебя что, порастет? Нет. Хера не растет. Давай домой. Успеешь? Да, дошел. Ну вот армия, знаете ли, так и, собственно, и увеличилась. Гоплиты. Так, две кавалерии. На самом деле, две кавалерии мало. Надо еще одну легкую каву взять. Там афиняне что-то строят уже армию не по-детски. Легкие гоплиты. 26 урон. Что у этих? А, у этих боевой дух повыше. Раз, два, три, четыре. Прачники. Раз, два. Блять, так не пойдет. И вот эти тяжеленькие. Надо тяжеленьких брать. Так, тут разобрался. Блин, а что ж у меня... Что ж у меня этот генералчик, генеральчик-то мой не прокачивается. Давай посмотрим. А дипломата уже не отправишь. Блин, а почему он такой мерзкий? Предал меня. Полководец, полководец. А, кстати... А, никаких свойств у него нет. Первый уровень. Ну-ка, у этого.
Блять. Раб-носильщик, дальность перемещения по карте, шанс избежать воздействия агентов. Ну, неплохо, кстати. Нет ни одного домочадца или предмета. Они просто не появились еще. Бля, хочу вот эту провинцию. Вот это хочу разбомбить. Это у нас... Фассалийский союз. Ну, они, да, они завязаны. С Афинами ничего страшного, если мы их разорвем. Но надо быть готовыми к тому, что у нас будут проблемы вот с теми же самыми спартанцами. Кстати, эти спартанцы почему-то вот мне... Блять, а что такое? А! Сибарис. Так, у него есть шанс манипуляции. Принуждение. Может ее прокачать? Шанс манипуляции. Принуждение. Шанс успешной манипуляции. И убийство заодно качается. Шанс успешной манипуляции. Принуждение. И здесь принуждение. Ну давай вот эти два тогда навыка возьмем. Дальность перемещения. Но это я качать не буду. Именно вот принуждение. Смотрите, там 10%, еще 10%. Итого, блин, 20%. Выглядит неплохо. Что такое? Что такое? Ох, ебать. Они требуют вступить в войну. А что мы с ними, блядь? А, Каринф. Каркира, где ты, блядь? Так, они предлагают вступить в войну с Каркирой. А вы нам чё? О, так а вы нам денег? А, протекторатом не хочешь быть? Ха! Ладно, блядь, рубас-то есть, наверное. Они готовы отдать, что есть. Хорошо. 850, так 850. 850 это хорошо. Каркира. Они требуют? Чё, блядь, ебать, я нажал на кнопку «Мирный договор». Ёбаный насос. Так. Шанс манипуляции, положительный исход. Давай. Упущенная возможность. Ну ладно, ладно. Так. Давай, включай свою эту спецспособность. Провалил задание, да, но поэтому пускай шпионе стоит. Так, тут все-таки какое-то движение. Никакого движения нет. Мой главарь не прокачивается. Зато имеет бонусы на строительство. Так, давайте атаку в ближнем бою вот это поставлю. 2%. Так. Что-то можно строить. Это что, апунт? Ну, абсолютно как бы бессмысленная тема в плане того, что... Прибрежный город должен быть как-то прокачан на гарнизон.
Ну да, общественный порядок, да, культура развлечения, да, можно. Я не знаю, 1000 вкладывать в это. Тут накануне такие, на кону стоят такие, блядь, большие дела. Да, наконец-то, что здесь у нас? Общественный порядок повысился. Давай посмотрим на саму провинцию. Так, недовольство. А чё, недовольны чем? Здание помойки. Налоги 5, рабы 1. Да рабов-то у вас мало, ребят. Пища есть, хлеб есть, одна буханка есть. Что прекрасно. За счет флота, кстати. Да. Кстати, если бы я построил, у меня пища минус 3 сразу стала, но... А, нет, подожди, болтаю. Пища минус 1, свинец 80. И гоплиты-ополченцы, смотрите-ка, появляются. Нет, хорошая вещь. 1800, правда, стоит. Так, а здесь есть городишко не в пак. Его надо ограбить. Для этого возьмем прощи, дрочки. Так, гоплиты. Ну и гоплитов. Да, давай еще лучников. Вот пусть чувачок у меня заряжается. Здесь тоже все стоит. Наготове должно получиться. Да, мне бы, конечно, найм отрядов. Доход от всех источников. Ну, блин, круто. Придется, блин, еще раз нажимать на ход. Каринф. Так, а вот эти вот... Вот эта вот Каркира, она бьется... А, она союзник Афин. Сколько-то она союзник Афин против Каринфа. May Hermes bless us both with skillful tongues, that we may speak our parts well, and so reach agreement. А вы нам 1000, например. 790 берем. Excellent. Так. А вот и бабки, да? Подожди, или это... Или что произошло? Или это они? Сука, я, похоже, опять не на то нажал. О, растет партия. О, партия выросла, ёба. Ну, наконец-то. Боевой дух всех наземных. Ну, хотя бы из минуса выбрались. Храм Посейдона. А чё у меня люди-то? Сходи-ка, брат, в Элиду. Может такой бонус выйти, что прямо обалдеем от счастья. Например, деньжат может перепасть. Город это хорошо, но деньжат еще лучше. Так, смотрим, политическое событие. Впоследствии ваш дипломат вернулся в сопровождении знаменитого барда, общественный порядок во всех провинциях вырос. Лето наступило, герой повысил свои навыки. Герой повысил. Мы идем в военные действия. Прирост опыта всей армии, да? Ну, идем туда. Шанс ранить вражеского агента. Слушай, у нас 19 юнитов. Ты можешь нанять кого-нибудь? Лучники. Гоплиты. Ну, возьмем, конечно. У нас есть 800 рублей. И шанс совершить какую-нибудь омерзительную гадость. А, мы же можем... заказное убийство. Бля, но только в 20% случаев будет
Совершено убийство. Так, похитить пищу. Провести разведку 55%, но дешевле, да? Но нам поджог центрального здания. Ну-ка, давай попробуем. Ё-моё, надо тоже грабить стать. У нас же прям вражеские поселения под боком. Да, удалось. Отлично, моя девчонка. И еще и повысил ранг, что, собственно, и требовалось. Для чего, собственно, это все и требовалось. Опыт за деньги. Так, поджог, понятно. Я смотрю успешную манипуляцию. Вот. Принуждение 15%. Отлично. Ладно, давайте на этом закончим серию. Я сейчас сделаю еще одну и выложу ее там, ну, максимально в короткие сроки. Это будет прикольно. Все. Ставьте лайк, пишите комменты, как вам эта серия. И увидимся в следующей. Всем пока.